Какая-то ерунда летает. Где наш папа? Вот наш. Какой папа? Мой папа? Или... Кирюшин папа. Привет, всем привет. Бабушке смс-ка пришла. Да-да, все слышите. Кто в разводе? Да, кресло удобное, мы любим. Но единственное, что периодически нужно наполнять материалом. Ну вот к нам один раз уже приезжали, наполнили, отлично. Я не игнорю, просто не все успеваю читать. Скажите еще раз. Папа мой, папа дома, после работы в посаде. Сейчас мама поедет к нему. А мама... А, это тебе... Спасибо. А, это кто-то тебе шлет смс-ки? Давид. Я просто маму ругаю, когда она играет с Кирюшей и читает смс-ки или вообще в телефон смотрит. Я говорю, все, мамочка приехала, это нам внимание уделяй, да? И мама поэтому к телефону старается не прикасаться, поэтому, Давид, не обижайся. Это друг Ильи. Да? А, ничего себе. Слушайте, так приятно, то есть не просто незнакомые и знакомые нас тоже смотрят. Нет, в доме 2 не все по сценарию. Я просто написала, хорошо выглядите, я на вас смотрю. У мамы, мам, iPhone 6 Plus, да? Да. Кто сейчас на меня кинул? Кто это? Всем привет, я рад вас видеть. Ой, очень приятно. Давид, в гости нас зови. А Давид звал. Спасибо, спасибо. Спасибо за это. Я читаю ваше сообщение. За долгие годы счастья. Мама с папой, конечно, вместе живут. Мы на очень высоком этаже живем, на 25-м. Из 60. Это Илья шутит. Мама, ну не очень прям часто, хотелось бы чаще, но старается заезжать, когда есть возможность. Да, мама загружена сейчас. Всегда зову, всегда рад вам. Спасибо, Давид. Спасибо большое, очень приятно. Никита вот высоко забрались. Да, нам понравилось, честно, нам очень нравится. А мы обожаем просто... Соня, привет! Я сейчас покажу вам вид с балкона. А моя любовь, да, я когда выбирала квартиру, 24 или 25, я думаю, любовь должна жить на 25. У нас 3 лифта, еще, в принципе, не было, чтобы они ломались втроем. Сейчас покажу, вот у меня здесь балкон. Здесь у меня шкаф. Так, а вот вид, там плохо видно, сейчас выключу свет. Я... Вот, мне очень нравится так высоко над всеми, высоко над миром. Вот единственное, нам сделали тарелку на ТВ+, и весь вид испортили. Когда мы просили перевесить, они кинули нас, поэтому летом будем перевешивать. По жизни чем занимаемся? Я занимаюсь ребенком, веду активно свой блог в Инстаграм, фотографии занимаюсь. Вот, саморазвитием личностным, книжки читаю, а Илюха работает. 25-й. Тут у Илюхи кабинет, но он еще не доделан. Вот. Спасибо большое. С самого начала нас смотрю, очень приятно. Да, я раньше всех пришла. Я тоже хочу свою коллекцию. Да. А тебе сейчас сколько лет? Где холодно? Да, на балконе, кстати, при минус 15. На балконе нет, мы утеплили балкон. Там мы этим, пеноплексом, скажем. Да. Мы утеплили пеноплексом, там 2 таких листа. И сверху еще гипсокартоном обшили. Внизу теплый пол, ну то есть по кругу потолок, все утеплено. И, между прочим, там отопление вообще нет. Дагестан, привет. Да. Минус 2, минус 15, 20. Не, у нас очень тепло на балконе, мы вот убрали дверь и не присоединяли, даже его сделали просто как отдельная комнатка, чтобы как кабинет был, когда ребенок есть, хочется побольше отдельных таких пространств. Вот там сидим за компьютером. Не мешало раскрашивать. Там полугардеробная, полукабинет. Там тепло, теплый пол, поэтому нам нравится. Как вы относитесь к кузину? Как мы относимся к кузину? Нормально? Хорошо. Хорошо относимся. К кузину как к кузину относимся. Будем 14 февраля отвечать. Если завтра погода нормальная будет, то будем. А если нет, что не будем? Я в Инстаграм объявилась флешмоб, потому что прочитала такое вот выражение. Зайдите в Инстаграм, посмотрите, там предпоследний, по-моему, предпоследний пост. Почему-то считается, что жены не должны быть счастливыми на 14 февраля. Завтра опровергнем.
Илья работает. Илья работает в одной организации с моей папой. Нет, мама ночевать у нас не будет. Ее дома ждет Олежка, Рита, Паша, Белла, Митя, папа. Илья, передай привет, пожалуйста, Никите из Питера. Никита из Питера, привет. Из Ленинграда. А как предпочитаете, Ленинград, Питер? Вот это я девочка. Да, да. Я приехала в городские квартиры на ток-шоу. Знаешь, кто меня встретил? Кто? Я только вышла из машины, мне навстречу бежал Евгений Кузин с криком: «Ирина Александровна, здравствуйте!» Ну, видишь... И в щечку поцеловала. Вот всегда бы, вот я только за позитивное общение, вот всегда бы такое хорошее позитивное общение, так вообще... Тем более есть ради кого. У нас объединяет их Митька, поэтому я считаю, что ради него... Да и вообще просто... Мы такие люди, которые... Мы такие люди, на самом деле, которые никогда долго зла не держат, не обижаются, всегда всех прощают. Сабина, привет! Да, поздно ложимся. Да. Я придумала новую поговорку. Знаешь, есть поговорка: кто старое помянет, там глаз вон. А теперь поговорка новая: кто старую помянет, там глаз вон. Мама. Илья, он Никита очень счастлив нас видеть, ему очень приятно. Спасибо, что Никит. Мы Никита? Рады порадоваться. Не знаю, но вот пишет активно Никита из Питера. Да, очень скажи, много приятного. В Питере, нам... ну, я не была в Питере. Илюху одного на кастинг отправили. Нервы мне потрепать. От мамы живем, ну, час, да, где-то мам ехать? Да. Вот так вот, не торопясь. Километров 120 где-то. Ну, какой 120? Что ты обманываешь? Это рядышком. Питер может нам показать, Никита. Ой, я так все... У меня все время срывались все мои поездки. В Питер я всегда хотела. Привет, спасибо. Ого, сразу ну, не хочется мне вообще подробно говорить, потому что, в принципе, не думаю, что стоит. Люди разные бывают. Где живем? В какой квартире? На каком этаже? Думаю, пускай это останется личным. Мам, ты соблюдаешь диету? Нет. Мама, ты будешь ведущей? Да. Да. Видите, мама приоткрывает уже все тайны. Живем в квартире. Хотите девочку родить? Когда-нибудь, может быть. Давай, почему? Нет, немного. А можно я спою, а вы послушаете? Мнение ваше. Присылайте Илье где-нибудь ВКонтакте, послушаем. Ну да, ВКонтакте. Во всех соцсетях, на почту там. Здесь-то нельзя петь, наверное. Когда нечего делать. Кто имя малышу выбирал? Илья. Кирюша редко днем спит. Моя. Хотите? Знаете, вот на самом деле после вот первого ребенка у меня уже нету какого-то такого девочку конкретно, мальчика. Сначала всегда хотелось к определенному полу, а сейчас после рождения Кирюши будет мальчик, да классно, будет братик, будет девочка, супер. Вообще очень будем рады там испытать родительство и как... с дочкой, да? Ну, нету какого-то такого. Вообще, пока, в принципе, не планируем ребенка. Нет, мы планируем, но на будущее, не сейчас. Мы только отошли от бессонных ночей. Вот 9 лет музыкальную школу Никита закончил. О, они почти столкнулись. Трек. Мы жили, да, первые 2 года где-то после ухода с проекта у мамы. Ждали, пока настроится наш дом, сделается ремонт. И вот мы переехали. Уже как в марте будет год, как мы живем отдельно. У Олега есть девочка? Не знаем, не знаем. Мама думает, нету. Аляне, привет. Какой Аляне? Спасибо большое. Не знаю, Аляне. Аляне, нет, тут не Аляне, а Аляне какой-то. Вот. Так что это. А это поедет? Ну да. Нет. Что у вас? Вот так вот. Куча машинок. У нас авария. Жазгули, привет. Рите, привет. Мы вот такие покупаем. Ну, как первый раз купили, Кирюше понравилось разукрашивать. А можно с Олегом познакомиться? Мама! Да. Дома. Кастинг через маму. Кастинг через меня. Пишите маме, да? Высылайте анкеты. Сначала курс обучения кулинарии. Потом справка 2 НДФЛ. Авария.
Ее. Ну что, пишите Олегу, у него есть контакт, у него есть инстаграм, да, пишите ему лично, он парень, но на самом деле взрослый, уже 16 лет, самостоятельный, умный очень, говорит, красивый, ну, высокий. Ну, мам. Олежка сможет, он сейчас пришлет. Мам, этого. Олежка, ну сейчас пришлет что-нибудь, да. Илюша, привет. Ритины малыши еще покашливают, пока не до конца выздоровели. Но температурки нету. Ну, это все, да, кашляют. Да, Кири пока бодрячком, как раз это хорошо, он сейчас вымотается и уснет быстро. Мы сейчас, скажи, что будем смотреть фильм на этот. Мы сейчас, да, перед... Мам, ну не надо. Мы сейчас перед... Перед сном, на самом деле, посмотрим мультик какой-нибудь все вместе. Вот мы... Илья скачал мультик хороший какой-то. Динозавр. Хороший динозавр, да. Вот хотим начать смотреть, но я думаю, что на первых минутах Киря вырубится. Олежка, да, частенько смотрит трансляции. Вот, поэтому будем надеяться, что и сейчас смотрит. Илюхины ноги там какая-то странная. Илья рэп почитает. Да. Сейчас музыку только включу. Давай, я тебя сфотографирую еще раз. Давай заново. Давай. Давай, Кирюш, смотри, этот горка, айфон на горке. Привет Олегу. Хорошо. Олежка, ты пользуешься популярностью девушек. Я считаю, что это все. Мы бы не против еще одной женщины. Это в последнее время одни мужчины в нашей семье прибавляются. Покажи. Почему игнор? Где игнор? Там просто подушка лежит, убери ее. Илья настоящий пример мужчины. Спасибо, Никита. Для Никиты ты настоящий пример мужчины. Это очень приятно. Очень странно, что ты Никита. А тебе прям надо, чтобы девушки об этом писали. Ох, хитрец. Мы Никите спасибо, Никит. Да. Ой, для меня он пишет, да. Главное, чтобы ты для меня был примером мужчины. Завтра 14 февраля. Крупным планом нельзя сделать лицо Ильи. Завтра 14 февраля. Я крупным планом тебя увеличила. 14 февраля. Знаете, вот многие на самом деле говорят, что это не наш праздник и все. Я как думаю, что чем больше праздников в жизни, тем лучше. И неважно, чей этот праздник. Праздник действительно красивый и лишний повод создать романтическую... атмосферу. Боже мой, не надо выкладывать. Создать романтическую атмосферу и отметить, вообще порадовать друг друга чем-то. Почему бы нет? Мы еще не решили. Может, пойдем на природу, шашлычки пожарим. Как погода будет, если ветра не будет. Может, в ресторан сходим. Мама обещала в понедельник приехать и отпустить нас в кино. Давайте вот сейчас дружно посмотрим. Мама, ты приедешь в понедельник? Картошку буду жарить. Мама, да, сегодня приехала, и сразу коронное блюдо. Картошка. Стой. Кирилл. Кирюша же наступает бесятость. Да, снега особо нет. У нас 21. Сколько, Илья? 32, да? 21-32. Девочка, да, особенно в этом нежно-розовом свитере. Краснодар, привет! Спасибо большое. Илья, классный муж, настоящий мужик, отец, семейный. Спасибо. Ну вот, это пошли про... Вконтакте найдите Ольга Гожиенко, Илья Гожиенко. Да, скажи, что самый, где вот больше всего там подписчиков. Да, так, это мы. У меня галочка стоит. Мама страняшка. Да, мам, сколько тебе лет? 18 или 19? 51. Спасибо, в Нефтеюганск, Украина, привет. Спасибо. Мам, какой у тебя размер одежды? 46? 46. Прислать какой-то? Спасибо большое. Так, у меня садится батарейка. Поэтому я с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание, за лайки, за общение. Очень было приятно. Да, поделились кусочком нашего вечера. Когда мама приезжает, всегда праздник. Всем пока, целуем.